Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик без донатика. Сегодня у нас будет открытие контейнеров. Три халявных контейнера у меня есть с цепочек заданий. Откроем, посмотрим. Будем надеяться, что что-то хорошее мне наконец-таки выпадет. И давайте непосредственно перейдем к открытию первого контейнера. Падает, как всегда, белая, 125 миночек, ничего красивого мне не падает. А мне очень надо кристаллы, просто очень нужны. Смока у меня уже как бы фул. Осталось теперь купить новый комплектик. Я жду комплектика с фризом М2. Например, на этом же звании он должен появиться, или на третьем воронте, не помню точно. И я очень его жду. В принципе, вот есть, имеется у нас такой комплектик Осака. Ну, с EZD M2, да, в принципе, неплохо. Но я думаю, что с фризом М2 было бы куда более логично взять. При этом Гризли ТЦ, Гризли ТЦ, М2, Гризли ТЦ. Блин, я даже не найду, буду очень долго... Ага, сейчас ТЦ, это значит... модуль енота М2, да, в принципе по 25% там, да, получается. В принципе, не такой плохой модуль, даже я бы сказал, да. За такие кристаллы 80% скидочка, 75к. Сколько дней он у нас еще будет? Еще 4 дня. Ну, я не успею набить, а так, да, в принципе, комплектик даже, я бы сказал, не очень плохой. Ну ладно, не будем тут рассусоливать. Первый контейнер у нас упал говняцкий. Откровенно говоря, мины, куда они вообще нужны? Мне они точно не надо. Поэтому открываем следующий контейнер. 125 ДДшек. Опять ДДшки, опять нарко. И что-то сегодня не идет. Уже два контейнера белых. Если третий будет тоже белый, то это уже чистейшая новая рубрика. Какая это будет выходить с открытием белых контейнеров? Ну давайте, 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 упади. И все равно белое. Три нарочки, ДАшки, ДДшечки и миночки. Вот так вот мне сегодня падает. Безусловно, я ждал кристаллы, кристаллов не упало. Но я бы не сказал, что до этого у меня были печальные контейнеры на этом аккаунтике. Мне падали довольно-таки хорошие. И кристаллы по 25 тысяч падало, и премочка падала. Так что, ну, бывает и так. Не всегда же должно вести и падать что-то хорошее. Поэтому, если вам понравился видосик, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно комментируйте данный ролик, потому что за счет ваших комментариев я буду выбирать победителей на промокод. У кодики, а также золотые ящики, возможно, еще может будут кристаллы в скором времени, не знаю пока точно. Ну а на этом все, с вами был мистер Ванька, всем спасибо, пока.